К другим темам. Весь салон в дыму, а из-под пола вырывается пламя. В Ленинском районе мегаполиса во время поездки загорелся трамвай. По словам очевидцев, возгорание началось, когда транспорт подъезжал к остановке Новосибирск-Западный. Водителю пришлось экстренно остановиться, а пассажирам покинуть салон. 15-й трамвай. На широкой встали. Экипаж трамвая самостоятельно потушил пламя, а после отправились в депо. Сообщений о пострадавших не поступало.